супер нога одевается супер ботинок. Супер нога! И получается супер утюг, но Женечка, по-моему, у нас проблемы. Ма, какая проблема? Тут мультик такой. Оберните, пожалуйста. Мадам, мадемуазель. Оберите, пожалуйста, Женя. Отец. Что такое здесь вообще? Что происходит? Короче, дорогие друзья, я не знаю, что здесь происходит. На нас наставили пушку. Короче, чтобы нас не посадили на макушку, ставьте прямо сейчас лайк. Да, чтобы нам не пробили макушку. Да. Ставьте лайк, подписчика, комментик. И интересно, что она хочет. Так, здравствуйте. Что вы хотите сказать? Так, мои ребята, нажлю у вас поддельные монеты Brawl Stars. И вас видели, как вы вчера нелегально проникли в шахту и добыли руду, которая вам не принадлежит. Я вас должна оштрафовать и наказать. Но так уж и быть, я вас прощаю на первый раз. Но мы все конфискуем. Адьос. Ма, я тебе говорил, не надо там ничего копать. У нас в итоге, смотри, все обшарили, печку отодвинули, нашли сундук, в общем, пипец. Ну, ёлки, простите, вернее, ладно, хорошо, мы поняли. Ну, ма, ну что ты вообще наделала? Мы только первый день приехали, мы не знали. Это вообще все ма! Это не я, это он, все, честно, он хотел и он сделал, понятно? Ма, у нас... Только телевизор, пожалуйста, не забирайте телевизор. Да, все, до свидания, можете уходить. Ма, ну попроси у них, чтобы не забирали телевизор. Короче, телек не забирайте, ладно? Ма, ну у тебя пушка настала, я думаю, нам лучше уйти. Так, подожди, мы забыли ребятам вопросик дня задать. А, вопросик дня, точно. Как вас зовут? Напишите в комментариях. Да, ребятушки, просто как вас зовут? Да. Она зовут Евген и Ма, и нам страшно. Да, нам страшно. Ма сюда, Людочке надо пожаловаться. Ну что ей жаловаться? Она, наверное, уже все знает, как обычно. Ма тут... Ой, Людочка... Опа, охламонщики, вы что тут натворили? К вам полиция заходила, вас искали. Ма, я аж от страха проголодался. Обычно кекают, а я проголодался, ма, поэтому сюда. Людочка, спасибо вам за эту информацию, да, чрезвычайно важную для нас, мы как бы уже все знаем. Так, хот-дозик, пицца. Атака ты бери, вдруг в туалет сходишь. Так, мне вкусненько. Мне это надо поесть. Вкусненько. Мама Мия, здравствуйте. О, мама Мия, я, конечно, не против, что вы приходите, но на чай-то оставляйте, мне, понимаете? Ма! На чай, мам, ну, мам, Мия, ну, что, понял бы, уже нас, мы и так бедные студенты. Ладно, на, держи тебе одну монетку. Ну, в смысле, одну золотинку. Так, подожди, что ты сделал? Положи на место. Ма, слушаешь, я от чистого сердца, понимаешь? Ну ладно, ладно. Маша, нет, клади. Маша не щедрая душа? Обычно она жадная душа. Ну ладно, погнали. Все. Мама Мия, это вам. От чистого сердца и почек дарю вам комочек золота. Ма, что такое говоришь вообще? Так, пойдем новых жителей посмотрим. Я тут увидел вообще, ну-ка. О, Ма, смотри, нифига себе, классно. Это новый житель? Ма, о, вот. Приветики. Здравствуйте, маленькая козявочка. Как у вас дела? Приветики, рулетики. Видите эту розовую овечку? Это Чики Бомбони. Моя лучшая подруга. Ей нужна водичка и корм. Помогите мне, пожалуйста, я вам буду мега Чики благодарна. Чики Бомбони, Чики Бомбони. Бантони, Чики Закусони, Чики Бурито и Чики Спагетти Йоу. Ма, круто, Чики Бомбита. Я не буду больше читать эти диалоги. Чика Бомбони, Ма, смотри, какая она классная. Это теперь будет наша лучшая вещь. Смотри, Ма, ее зовут Чики, Чики Бомбони. Бомбони. Можно я ее побрею и из этой Чики Бомбони сделаю себе тапки? Говоришь? Розовые Чики Бомбонские. Ма, а? Ты вообще знала, что розовая овца это самая редкая овца в Майнкрафте? Отлично, у меня будут самые редкие тапочки в Майнкрафте. Ма, ну что такое говоришь? Чики Бомбони нельзя убирать, пойдем ее кормить. Я уже готова. Ма, я тебя съем реально, если тронешь. Чики Бомбони, ты готова? Ма, отошла Чики Бомбони. Так, все, вышла отсюда. Ладно, выходим, ладно. Я еще. А, Чики Бомбони чуть не сбежала. Чики Бомбони, тебе нельзя. Ну-ка. Ма, я поцеловала. Кошмар. Так, ладно, куда идем? Ма, Чики Бомбони вообще крутая. Ма, не то что ты, кор. В смысле, блин, я еще та Бомбони. Пойдем, сейчас будем Чики Бомбони. Здравствуйте, вам как тут сидится? Он сидит там уже третьи сутки, вытащи его, у него лицо. Ма, давай чисто, Ма, он челлендж проходит, сколько он сможет просидеть в песке, пойдем. Понятно, ну ладно. Вообще классный. Вау. Что мы делаем? Мы должны поработать, Ма, понимаешь?
Здравствуйте, нам нужны семена. Так, здрасте. Так, приветики, рулетики, короче. Да что ж, они мою всю фразу используют. Офигели? Вы хотите взять пшеницу для чики-бамбони. Вам придется нехило так поработать. Засеять пшеницу, залить водичкой, вырастить все. Это поняли? Вот вам пара ржевых ведер и чеширьте на пруд. И водички наберите, только норм. Оки-доки. Мань, нифига ли дерзкая вообще? Почему вы все разговариваете на каком-то непонятном языке для меня? Мань, ну это же деревня, это чики-бамбони. Мань, бери ведро. Чеширьте, блин. Сейчас я зачеширю ее как следует. Мань, ну что такое говоришь? Клубная мука. Так, семена. Оставь мне семена половинку. Так я уже взял, у тебя целые семена. Я не брала семена. А, да? На тогда. Ну что? А, нам надо сначала водички. Погнали, водички наберем. Погнали. Где там у нас ржавая ведрошка, чики-бамбони? Вау, Ма, смотри, у нас тут есть трактор. Так. Это ее, наверное. Так, давай, воды набрать. Да, давай, вот сюда, вот в цистерну, во. Черпаем воду. Мы работаем, ребятушки, и нам не платят, понимаете? Бесплатная. Мам, мы семена, работа. Семена для чики-бамбони, тебе что, жалко, что ли? Я не люблю, оно мне не нравится, я хочу тапки. Можно мне Ма, тапки? Нельзя вот. Тапки, это чики-бамбони, это будет наша новая подруга. Не в шутку. Сколько воды-то надо, а? Помнишь, давай, Ма, половиночку, да, так. Ну ладно, давай. Так. Я не понимаю, что ты встал? Я устал, Ма, давай, продолжай. Я тоже тогда устала, все, я не буду ничего делать. Ма, солнце еще высоко, работай. Работай ты, давай, помогай. Все, Ма, я помогаю, так. Вот мне не нужна эта овца, мне нужен бифштекс, понимаешь, так. Или тапочки. Шикарно. Ма, погнали. Я не буду работать ради овцы. Все, Ма, погнали, о. Ладно, пошли. У нифига он тарахтит, Ма. Прям как ты сегодня. Ма, неправда. Так, аккуратненько. Так, аккуратненько. Куда мы все это засеиваем? Вот сюда, да? Вот сюда. Да, Ма. Сейчас, ну-ка, вот так вот. Оп, все. О. Отлично. Так, здесь, значит, лишние кусики мы срубаем. Так, это не надо нам. Отлично, пошли мотыга, короче, мотыгать. Так, вот. Ой, Ма, это же песок, он не засеивается. А, нужна земля. Логично. Ма, что делать-то вообще? Ну, видимо, где-то надо достать блоки земли. Пойдем, короче, тогда у Людочки спросим. У Людочки всегда все есть. Ну да, Людочки. У Людочки всегда земля сыпется из-под. Ма, ты как. Кстати, смотри, у них там открытие. Ну-ка, давай зайдем, посмотрим. Вау, Ма, смотри. О, здравствуйте, тут еда. О, роллы, замечательно. О, смотри, тут две, короче, эти обслуживалки. Ну-ка, как их зовут? Смотри, Маша и Даша. Да, Маша и Даша, Глаша и Алаша, замечательно. Маш, что как говоришь? Мадам! Так, хватит, оставь свои мадамы, пожалуйста, на потом, мадам. Сейчас мы работаем. Мы работаем, мы работаем, мы работаем, мы работаем, мы работаем, мы работаем. Мадам! Ой, я поружила дом, ну ладно. Ман, может ты починишь тогда? Так, ну-ка, о, ну-ка сюда. Или не сюда, ну-ка. Так, еды мне, пожалуйста, запилите. Ма, на тыблочек маленечко. О, замечательно, где ты их, интересно, раздобыл? Ма, я там стырил, короче, сейчас стоял. Людька, здравствуйте, нам земли надо, понимаете? Здравствуйте, Людмила. Опа, хламончики, земелька нужна? Ладно, вот вам. Ма, вот эта Людочка, да, вообще нормальная такая? Да, вообще без слов, без обидных слов, спасибо, Людочка. Ма, ты нормальная такая, без слов, без обидных слов. Людочка дала просто нам земельки. Свою любовь. О, Ма, неплохо. Ма, гимнство крутые, я вообще не могу. Так, ну так, Ма, выкапываем. Нам... Ой. Оп. Чё? Оп. 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 Слушай. Ма, ну как? Чё ты идейку такую? Эй, алё, полегче. Ма, неаккуратно. Да, вот именно, ты делаешь неаккуратно. А надо аккуратно. Ма, подожди, подожди. Надо еще водичку, водичку, водичку еще. Ну я понимаю, водичку ты сам зальешь, короче. Давай. Я пока просто тут оформляю, оформление делаю, понимаешь? Давай, Ма, оформляйка. Ма, оформляем. Оформляйка. Мамка, оформляйка. Так, вот сюда, короче. Во, вот здесь будет, короче, у нас. Смотри, Ма, мы озеленяем пустыню, прикинь. Ма, я ведро потерял, дай ведро. Дать ведра тебе? На, ведра, на. Где, где? Да где? А, вот оно.
Как ты его мог потерять? Ты что, совсем? Ма, ты что? Ма, ты что, куку, что ли? Вот именно. Так. Слушай, ма, у меня земля кончилась. Ма, земля кончилась, та ямба. Вот здесь заполни. Вот здесь, подожди. Нет, вот здесь должен быть этот, лунка. Ладно. Мам, что ты делаешь? И вот здесь тоже надо убрать, вот здесь. Оп. Где? Показывай. Все, я уже это, вот так. Так, Людка, походу, должна нам еще своей землицы русской. Нет, там уже не надо масеять, не надо, потом. Ну ладно, я тут пока просто немножечко уберу. Вот так вот. Все, вот здесь, короче, заполни, чтобы у нас красиво было, слышишь, ма, с землей. Да, да, здесь, ой. Ма, нифига тут бассейн, ма, ты не так сделала. Я немножко, Я давай починю, а ты там копай, давай. Все, отлично. Так, теперь говоришь, чтобы аккуратно все было, да? Да, давай. Вот так, да, получается? Ну, наверное, ма, не знаю. Да, и это все заполняем мы земелькой, а ты пока вспахивай давай. Ну, нифига себе, ма, ну, давай. Давай. Оп. Так. Мам, мы с тобой с фермера. Слушай, может, реально чики-бомбони не стоит? Чего не стоит? Не стоит наших стараний, я тебе уже говорила, она стоит моих пожмачков. Ма, столько нет, я верю в чики-бомбони. Блин, верит он. Ну ладно, давай еще вот здесь тоже сделаем, потому что, ну, как-то очень некрасиво получается. Да, блин, скид! Так, это лишнее, это лишнее. Так, а вот здесь будет трава. Ма, что ты делаешь? Да, как-то вот так вот. Зерна, ма, вот сюда впахай зерна. Сейчас впахаю, погоди. Где? Везде, ма. Вода. Вода нигде не должна, все. Зерна все, только да. Сажай, давай, сажай зерна вот сюда. А, окей, все, сажаем. Во, красота вообще, слушай. Красота. Вот сюда еще одну, ма. Вот сюда одну, во. Все, готовенько. Сейчас будем проращивать. О, берем костную, короче, муку и проращиваем. И проращиваем. Вау. Смотри, она прям сразу фигачит. Она выпадает прям сразу, да. А как так? А потому что мы можем сегодня. Это, кстати, подожди, это пойдет на корм, да? Да, ма. Это для чики-бомбони. А все, у меня закончилась костная мука. И у меня, я собирай собрала, пшеницу. Я собрала, короче, 22 пшеницы. А у меня 24. У меня еще семена есть. А вот еще, короче, выросли. Сейчас семена и, короче, в этот сундучок положим. И весь мусор так, тоже, и ведерки. Вот и мотыгу тоже. О, может быть, я хочу это все понести с собой. Может быть, я тоже хочу. Так, ладно, мотыгу положила. Берем только пшеницу, да? Всё? Да, все, пойдем, пшеничку взяли. Все, погнали. Так, отличненько, где наша бомбоня? Ма, вон там тики-бомбони. Тики-бомбони? А ее можно оседлать? Я на ней хочу покататься. Ма, ну же тики-бомбони, конечно же, нет. Привет, розовая овечка, как дела? Хочешь? Здравствуйте, у нас тики-бомбони мы ей принесли. Ма, кладем сюда, короче, пшеничку. Так, мы кладем. Все, мы положили. Все, мы все принесли, ну-ка. Ой, приветики, рулитики, спасибочки, чики-бомбони, чики, благодарна вам. И я вам тоже помогу в будущем. Видишь, ма, людям надо помогать, она нам тоже потом поможет. Ага. Так, чики-бомбони, ну-ка скажи мне, пожалуйста, русским языком, что ты благодарна. Ма, ну что ты такая говоришь, это за тики-бомбони вообще? Да, она ничего не понимает, она глупая овечка. Ма, что такое говоришь, она умная овечка, тики-бомбон. Просто посмотри так, на нее, ма, ну постой на ее милый личик. Ты хочешь сказать, она глупая, ты просто посмотри, насколько умное и мудрое лицо. Лицо? Ты сказал лицо? Так, очинись, пожалуйста. Ма, посмотри, какая, ой, какая умная, посмотри, просто профессор. Да, может очки на нее наденешь? Ма. Пошли отсюда. Ну, ма, все, погнали. Кстати, идем вот сюда. Мне тут говорили, где-то сельская школа есть. О, отлично. Тебе как раз сельскую школу. Ма, не надо, я не пойду. Вот, ну-ка, здесь что такое, ну-ка. О. Да ты денежный. Ой, здравствуйте. Что она говорит, ма? Боже, какая же вы паучуха, типа, что ли? Ну ладно. Так, хотите у нас учиться? Короче, всем отличникам у нас есть награда. Одна монета Бравл Старс. Круто? О. Ма. Давай, будешь отличником. Ого, ну сейчас будем, ма. Так, мам, ну-ка. Монетку так, мы забираем. Ай, ма, больно вообще этот, ладно, потом.
Чего? Я тебя вообще не трогаю. У тебя, походу, это того уже крышка. Так, короче, 5 плюс 5. Ну, так. Блин, ман, ну это... Ну-ка, сейчас подожди. Ай, поставил сюжет, ну-ка сюда. Ты что, разучился считать? 5 плюс 5 это 10, я же говорю. 10? Ну, 10. Давай пиши. Ну, сейчас напишу. 4 минус 3 это 1. Да. Кстати, друзья, помогайте в комментариях считать. 2 умножить на 6 это 12. Да. О, мадок, внизу написано было, смотри. 10 короче, минус 1 это 6. Тоже решай. Ой, 10 минус 1 это 9. И 9 плюс 12 это у нас получается 21. 21. А считается, если мама мне подсказала? Было нормально так. 21. Она не слышала, она отвернулась, она ничего не слышала. Так, давай, пиши. Так, 10, тут 10, 1, 1 12, тут, короче, 21. 12, 21. Сюда, ма, смотри. Все верно, да, все верно. Да, верно, все верно. Так, забирай. О, ма, я забрал. Отлично, молодец, заслуженно. Ма, крутая, да, школа вообще. А это, видимо, да, тех, кто не смог ответить. Игнат, Чанг, Джон, Густаво, Мак и Грейк. Она их съела. Держи, да. Парень, она их съела. Ма, вообще, так, ну-ка, сюда, сюда. Так, 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 так. Ма, пойдем золотишко еще потырим. Ты серьезно? Погоди, стоп, 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 стоп. Иди сюда, подойди. Смотри мне в глаза. А, я тебе смотрю. Ты видел сегодня, что принесла полицейская? И чем она тыкала мне в лоб? Ма, да мы аккуратненько, да мы тихо. Нет, ну, ма, ну, погнали. Нет, нет, ма, лучше иди смотри на свои чики-бомбони. Наслаждайся овечьим пухом. А ма, погнали, буду... погнали, ма. Да, нет, да куда погнали? Погнали, ма, быстро, быстро, быстро. Да у меня даже кирки нет, ты же обалдел. А у меня есть, меня не конфисковали. Я в жоке. Ма, сейчас чисто по чики-бомбоним и все, давай, тихо. Факел есть, так. Ма? Да, два. Отлично, отлично, давай. Дай мне один, а то мне темно, дай мне один. На. Ладно, как сюда, чики-бомбони. Так, ма, я тебя буду звать чики-бомбони, короче. Я только попробую меня еще раз так называть. Ма, ну подожди, а тут смотри, тут есть это, короче, железная руда, тебе надо? Не, не надо. Давай золото, ма, золото. Монеточки брал. Ма, сюда, 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 ого, а что там такое? Ого, ма. А что там, что там, что там? А что там? Вау, да тут вообще много, ма, сюда. Давай потихонечку. Потихонечку. Тихо, оттапывай. Ты шуми, не шуми. Блин, ладно, спина с ней. Ой, ма, сюда, сюда. Что-то очень много, очень много, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой, ма. Так, потихоньку, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, ма. Выходим, я видела там еще у входа, иди сюда. А ты где? Ты нет, все, ма, хорош, а то нас опять спалят, побежали быстрее. Так факел забери, ну что ты как это, а, да? Точно, ма, давай-давай-давай, все, забрала, я все? Я в жоге просто. Ладно, все, выходим, по-тихому. Так, а куда? Может, я заблудился, вот, ай, ма, я круто провалился, ма, я провалился! Да, ты никуда не провалился, все с тобой, ну. А, вон куда? Выход. Куда ты побежал? Погоди, ма, заблудится сейчас. Она любит заблуждаться. Ма-то вообще любит. Так, о, я выбрался, ма, сюда. Замечательно, надеюсь, нас никто не видел. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, погнали, ма, погнали. Короче... Да-да, мы просто хотели немножечко пипить. Да-да-да-да-да. Ма, пойдем туда сейчас заныкаем. Вон туда, где, помнишь, мы нашли вещи? А, да-да-да, давай в тот ящик заныкаем, его никто не трогает. Он. А давай его еще, короче, песочком вот так а вот. А давай мы его сейчас, да, заберем. Сейчас, подожди, подожди, мы его заберем. И заныкаем, так. Погнали, ма, за нами, за мной. Давай, давай, знаешь, куда заныкаем? Вот сюда, иди сюда. Не, пошли вон там, за домом, пойдем, 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 никто не спалит. Что за каким домом? Они могут шарить дом. А если мы возле шахты его заныкаем, они не поймут. Около шахты они ходят, давай вот сюда, вот сюда, вот сюда, здесь вообще никто не спалит, вот. Ладно, может на кладбище? Ма, погнали точно, давай, обойдем, короче, сейчас, я. Вот, вот здесь вот. Где? Ого, ма, что там? Ма, давай лучше отсюда отойдем. Тут песок обваливается, мы еще потеряем. О, давай у мамы. Да, давай, давай, короче, у мамы Ми точно никто не будет. А, давай мы прям сюда. Не, ладно, вот сюда. Нет, вот сюда. Поглубже, ма, поглубже, выкопай, поглубже. О, все, хорош, хорош. Так, ну-ка. Прячем. Мама, не смотри. Там печеньки. Мама, мы тут, да, печенечки. Все, мам, погнали. Да, вот вам факелочек. Короче, дорогие друзья, за такую серию ставьте лайк.
Да, ребятушки, мы сделали все, что хотели, и надеемся, что вам понравилось, поэтому лайк, подписчика и комментик с вас. Да, и узнайте, что происходит в следующей серии Brawl Town. Все, всем пока-пока. Всем покучки-покучки. Мама! Чего?